Доложил я свое мнение главе государства о том, что действующие меры борьбы с АЧС показали свою эффективность только на начальном этапе. Поэтому была предложена другая схема, ну, скажем так, абсолютно другая схема, которая заключается в том, чтобы не закапывать в землю этого кабана добытого. То есть никто не ставит под сомнение необходимость депопуляции, безусловно. Поэтому мы предложили не закапывать этого кабана в землю, а разрешить охотникам добывать его и использовать в личных целях, покупая его у государства по минимальной цене. Глава государства поддержал такое предложение, дал соответствующее распоряжение о том, чтобы изменить алгоритм добычи и изъятия дикого кабана на основании наших предложений. То есть это как бы автоматически подстегнет охотников? Безусловно, это заинтересует охотников, это придаст некий экономический смысл этой охоте, кроме самого факта, да, и удовлетворения своей охотничьей страсти. Но, тем не менее, экономическая подоплека этого вопроса заключается именно в том, чтобы это было доступно, эта охота была доступна для нашего охотника, менее затратно с одной стороны, а с другой стороны он получал еще экономическую выгоду от нее. Не просто потратил свое время, деньги, ресурсы, патрон, но и получил мясо очень прекрасное, вкусное. Это будет стимуляция, безусловно, на мой взгляд, процесса добычи кабана у нас. И убежден, что более эффективно позволит решать задачу уменьшения его численности поголовья. Да, традиционные методы проверки не останутся. Мы будем проверять кабана на основные виды его заболеваний, трихинеллез и прочее, на радионуклеиды. И при положительных результатах проверки оно будет употребляться охотником в пищу. Ну, вот мы знаем, что в последнее время тоже вот так ваша организация, скажем, привлекла к себе внимание. Вы высказывали сейчас такие интересные идеи и какие-то, скажем так, новые, возможно, подходы, да, вернее, пересмотр действующих подходов. Да, и котлов у животных, и в принципе, вот некое комплексное видение, может быть, вы докладывали о нем главе государства? Безусловно. Но это, скажем так, определенные нюансы нашей повседневной деятельности. Основная моя была задача все-таки доложить главе государства мое понимание структуры и структурирования БУОР, и что необходимо, и нужно ли что-то делать, изменять в его структуре, да, в задачах, выполнение государства значимых задач и так далее. На мой взгляд, такие решения назрели, вернее, необходимость таких решений назрела, и в первую очередь по изменению некого внутреннего алгоритма действия в БУОРе, да, его структурных подразделений, его компетенции. Ну и, соответственно, конечно же, как вытекающие отсюда уже какие-то решения, это вообще решение, которое будет затрагивать всю охотничью индустрию страны. Главой государства поддержана наша инициатива создания музея охоты и рыболовства в Республике Беларусь, о учреждении национальной трофейной книги Республики Беларусь, как страны с богатыми охотничьими традициями. Все уважающие себя охотничьи страны имеют такую национальную трофейную книгу. Мы хотим, чтобы у нас она тоже была.